Томас Минис, на старт, внимание, строй! Есть множество возможностей. Постройте железную дорогу своей мечты с нуля. Или используйте в качестве образца один из множества чертежей. А затем пускайтесь по ней в путешествие. Кувыркайтесь, крутитесь, переворачивайтесь, врезайтесь. Томас Минис, готовы? На старт, внимание, строй! Это полка с паровозиками. Попробуйте разместить паровозик Томас на путях. Классический Томас. Работающий паровозик. Счастливый паровозик. Что это? Это же золотая шестеренка. Продлите пути, чтобы Томас взял для вас золотую шестеренку. Коснитесь зеленой полки, чтобы просмотреть блоки, необходимые для постройки путей. Зеленая полка – это место, где находятся базовые пути. Построить с их помощью дорогу к золотой шестеренке. Хорошая работа! Вы нашли золотую шестеренку. Видите сумку с сюрпризом в верхней части экрана? Вы сможете открыть ее, если соберете все золотые шестеренки. Ох, а вот и другая золотая шестеренка. Не забудьте отправить к ней паровозик. Построить с их помощью дорогу к золотой шестеренке. Ты великолепный инженер. Еще одна золотая шестеренка и сюрприз. Чем больше у вас золотых шестеренок, тем ближе вы к сюрпризу. А кто не любит сюрпризы? Лучшие пути – это те, которые замыкаются в... Замечательно! Вы получили новый сюрприз! Вы получили новый мини-паровоз! Шуткий Томас! Предмет можно вращать пальцем. Шуткий Томас! На железной дороге должно быть больше путей. Давайте добавим достопримечательностей. Здесь мосты, туннели, препятствия и множество других интересных штук. Потрясающе! Замечательно! Томас сказал бы, отличная работа, булыжник мне в буфер. На оранжевой полке вы найдете множество отличных украшений для железной дороги. Красота! Замечательно! Не совсем так. Лучше всего размещать украшения на блоке позади путей. Да вы прирожденный строитель! Чтобы просмотреть все виды почвы, коснитесь крат. Чтобы выбрать почву, просто коснитесь ее. Затем раскрасьте железную дорогу пальцем. Вы великолепный инженер! Теперь ваша железная дорога рабочая, забавная и красивая. Давайте прокатимся по ней и узнаем, так ли она хороша, как самое веселое – это кататься с паровозиками. Чтобы оказаться в паровозике, нажмите круглую кнопку с лицом паровозика Томас. По местам! Накатавшись вдоволь, нажмите кнопку «Назад» в верхнем углу экрана. Накатавшись вдоволь, нажмите кнопку «Назад» в
верхнем углу экрана. Теперь вы знаете все, что нужно, чтобы создать великолепную железную дорогу для паровозика «Томас» и его друзей. Можно создать новую дорогу или продолжить работать с этой. Паровозикам не терпится узнать, что вы построите для них. Для начала нужно разместить почву. Можно создать новую дорогу или продолжить работать с этой. Для начала нужно разместить почву. Потрясающий пейзаж! Вы разместили все необходимое с этой полки. А теперь возьмите любой объект, и мы покажем, где его разместить. Замечательно! Здесь только что появилась золотая шестеренка. Постройте путь до шестеренки, чтобы паровозик мог собрать ее. Вы разместили все необходимое с этой полки. Вы разместили все необходимое с этой полки. А вот и золотая шестеренка. Поздравляем! Какая замечательная железная дорога! Пора открывать сюрприз. Вы получили новый мини-паровоз. Шмель Джеймс. Предмет можно вращать пальцем. Потрясающе! Классический Томас. Вы нашли золотую шестеренку. Осталось две шестеренки, и вы получите награду.
Еще одна золотая шестеренка и шутки, Томас. Сэр Топпенхат не хочет, чтобы на путях было так много паровозов. Вам нужно убрать паровоз с путей, прежде чем размещать на них другой. С путей едет паровоз. Стоп! По местам. Если хотите остановиться и посмотреть по сторонам, потяните за большой рычаг. Паровозы обожают этот звук. Прочь с путей едет паровоз. Стоп! По местам. Паровозы обожают этот звук. Прочь с путей едет паровоз. Паровозы обожают этот звук. С путей едет паровоз. Стоп! Сэр Топпенхат не хочет, чтобы на путях было так много паровозов. Шмель, Джеймс! Паровозы обожают этот звук. Прочь с путей едет паровоз.